Хейоу, гайс, с вами Шимки, и мы продолжаем проходить игру под названием Borderlands. В прошлой серии мы, короче, убили с вами какого-то мужика. Так, это ж мой, да, дропаш? Да, мой. Так, мне сообщило, что у нас появилось еще новое задание. Даль производит отличные амортизаторы отдачи, позволяющие точно стрелять даже в разгар боя. Давайте я, короче, дропаш продам. А вот этот, короче, одену, если что. Нет, вот тот, который выше. Ну, вы поняли, да? Так. Конечно, у него там точность дерьмовая, но все-таки. Оружие с оружием. Так, поговорить с железякой. Благодаря вам бандиты нас больше не беспокоят. Так, окей. Задание. Так, это две миссии сразу здесь, да, у нас? Фу, я уже хочу закончить просто с вот этими землями. Сразу давайте и это чекну. Страшно до ужаса. Ага, все. Если что, я от миссии потом откажу, да, и все. Так, у меня же 19 уровень, у меня же цветарев. Где мне нужно будет повернуть? Здесь нужно будет сейчас повернуть. Потом ехать до конечной. Сюда. С кем не в туман? Ля-ля-ля, а пуля у него хорошая. А ну-ка, что у вас там за баррикада? Не, я помню, мы что-то уже с вами ходили, помните? Hello, guys. Привет, Брюс, это ты, да? Ух, у меня шити еще восстанавливаются, оказывается, теперь. Коробочки. Так. Отправиться. Сюда надо и сюда, да? Окей. Фиалка. Авупи. Авупи фиалка, это хорошо. Застревает ты. Присяду. Да, он застрет головой, короче. Так, мне тут близко, да, ехать? Так, поднимусь сюда. Да, нормально. Коробка... Стекарь. Кстати, это ж не сюда. Можно было повернуть. А дальше прохода нету, да? Так, стоять. Обход сюда, окей. Револьвер возьмем себе в руку. Пойдем. База этих мудаков. Вау. Все гурки. Это что за хрень? Только пистолет один, реле.
Но я хочу прочекать лучше это. Что такое? Кританула? Так, все. Автомат, патроны, хилка. Все, да. Сигарету найден. Изи. Так, это нужно возвращаться обратно. Страна до пизды. Идем выполнять эту миссию. Страшно для пизды. Так, окей. В принципе, можно на миссию выполнять за 5 минут, если хорошее оружие, конечно. Он не стреляет, он мне мышка бывает отходит. Ну как отходит? Именно по нажатию. Хочешь? Ля-ля-ля-ля. Такой дробаш, если честно. Надо дерьмовый. А, тут черепушки теперь надо собирать. Окей, допустим. Бегу вперед, собираю черепушки. Открываю сундучочки. Дерьмо. Еще один черепок. Так, окей. А, все? 10 черепов. Хера. Чувствуй это. Так, револьерка. Только в той, да, местности все должно быть. Окей, пошлите туда искать тогда все черепа. Осталось 6. Так, еще один череп. Здесь нету больше черепов. Фиолетовая снапа, но она херова для меня. Даже пистолет лучше нее. Сейчас будет ночь, когда я вообще нихуя не увижу. Так, а теперь давайте думать все-таки, где могут быть еще черепа. Так, щит, оружие, ладно, плевать. Тихо. Я так аж и видел, где-то здесь подсвет был. Вон, вижу. Надеюсь, это не патроны светятся. Будет прискорбно. Нет, череп. А ну-ка сюда еще сбегай тогда. Наверху, может быть, будет лучше видно. Вижу череп. Вон он светится. Один.
Ладно, может тут тоже где-то он лежит. Ага, висит, вот он. Так, сюда сбегаю, короче, сейчас посмотрю за воротами, может быть они где-то висят. О, холодильник. Блять. А, револьверка у меня есть. Но остальные где-то еще здесь должны быть. Найди, принеси, блядь. Еще увидеть надо. О, боже мой. Ну еще два здесь где-то должны быть. Короче, сейчас еще побегаю где-то минуту. Если не найду, я остановлю запись и запущу, когда хоть один найду из них. О, вижу, вижу, вижу. Все-таки был на входе один. А ну-ка, может где-то около забора есть? Нужно сходить вокруг. Не стесняйся, выбери себе машину. Такси Блюз. С этой стороны нету нигде. Помойка. Ничего. Может, в мусорке где-то лежит череп последний. Итак, вы верите, что хранилище существует, да? Угу. Да. А, все только об этом и болтают. И это самое значимое событие из всех, что происходили здесь за долгое время. Только представьте, сколько новых людей сюда прибудет. Послушайте, если вы найдете хранилище, у вас будет шанс получить целое состояние. Но только в том случае, если вы найдете достойного партнера, который поможет вам выгодно продать ваши находки. Итак, мы партнеры. Да, я понял, на что-то, конечно, намекал все это время. Окей. Может... О! Бля. Да. Так. Форджи. Так, покидая Файрстоун. Доктор Зет. А, ну это на выход уже идет локация. Саботаж. Это мне идти нужно вниз. Окей, поехали вниз. А, канал уничтожен. Ну вот мне не нравится то, что я не понимаю, где сейчас сюжетка мне пойдет. Я там был, да, по-моему? Да, я был. Если не ошибаюсь, это то место, где я того здоровяка убил. Кажется. Точно, конечно. Выполняем вот это три последних задания и уходим с этого места. Больше сюда не возвращаемся. Бля, это же эти могильные шахты. Далеко? В принципе. Ладно. Можно пробежать. Так, если сейчас запрыгну сюда, это будет хорошо. Huh!
сначала лезть на сарку. Так, а с камешка смог залезть. Смог. Так, сейчас я перепрыгну на эту сторону, пробегу туда. Так, пробегай сюда. Какой хер он еще не встал и стреляет заново? Как бы нелогично, мне кажется. Ты будешь так кричать, когда мы тебя поджарим. Да! Так, револьвер, поехали. Ой-ой-ой. Готово. Он багнулся? Да, он багнулся. Так, и еще один заряд где-то здесь. А, все, да? Так, стоп, это куда мне надо? Бежать и сюда, окей. Сейфы все равно некоторые не обновились. Бум. Готовенько. Все, можно возвращаться. Останется мне только доехать, да? Да, только доехать останется. Ну давай, бесплодные земли. Так, где моя машина? И поехали отсюда. Все слушаем, скутер! Отправляемся в путь! Если надо пересечь некоторые районы Пандоры, мои машины — единственный вариант! Так. Может быть, еще я отпустим.
Револьвер хороший, в принципе. Только что он вот наносит херово. Так, поехали. Доступны новые задания. Так, новый уровень готов. Так, что по вещам? Сочетает в одном оружии высокую убойную силу, скорострельность и амортизацию отдачи. Оптический прицел, слушание удачи. Ну экономит на качестве, производя оружие великолепное во всех отношениях. Все. Оп. Прокачка. Так, уменьшение ульты перезарядки на 6 секунд. Вот кажется, что это здоровяк, если просто бежать не смотреть. Прижмем эту сволочь! Так, все, да? Да, больше миссии нет. Вот все равно только в одной локации работаю. Фух. Еще же DLC есть, в который можно попасть только при определенном уровне. Там, помню, кажется, зомби. DLC. Там нужно с 15 уровня. Этот херово тоже сейчас буду прокачан и пойдем только туда. Че не загорать? Загрузка и анализ записи ДНК. Доступ мой сударь открыт. Вот где у нас живут машины. Выбирай по вкусу. И... да. Все? Теперь вы можете войти в район мыса Даль. Все, прощай. Вам у нас... И это... мыс Даль. Хэтлон. Ну, похоже на мыс Даль. И здравствуй, новая карта с очень много покатушек. Или это не мыс Даль? Нет, это мыс Даль. Окей. 24 минуты. В принципе, можно уже сейчас заканчиваться. Ух. Новая локация большая, где блин, большинство случаев это кататься и кататься. Эрнест найден. Это ты, Эрнест, да? Что у тебя там в туалете? Патрончики. А ну пропусти. Все. Так, хорошо. Начинаем, мы катаемся на машинах. Да?
Эрнест. Так, первый это туда у нас. Найти Лаки. Лаки у нас здесь. В принципе, можно взять машину сейчас рвануть до Лаки. Пока есть время. А, Лаки спасти, он, то есть нужно поубивать бандитов, окей. Пора и по газам! Порулили! Порулили. Счастливчик, мой старый приятель! А под старым приятелем я подразумеваю сволочь, которая залезла к моей мамаше в портки. Кажется, у него какие-то проблемы. Ты уж попробуй ему помочь. Хочу, чтобы он остался в живых. Потом я сам его... Где-то сзади меня стреляли. Ну и все, машин нету. Мне внутрь-то нужно идти. Хочу этого или нет. Еще двое, давай, ладно. У вас где-то здесь. Готово. Отлично. Ракош, новый этот. Браник. Не туда показываю, дайте, значит, я туда и пойду. А, и туда и нужно будет идти, чтобы спасти того. Так, деньги. Боеприпасов здесь не дают, здесь. Деньги тоже хорошо. Здесь так не пусто. Так. Хорошо. Пули для автомата. Дерьмо, но все равно возьму. Так, Лаки, и мы идем за тобой. Я люблю убивать! Отвали, говнюк! Хочешь порку? Тихо, ты не бегай.
Алло. Короче, карликовая рука одна и одна гигантская, мутированная. Готово. Лаки, ты в этой избушке что ли? Этому козлу. Чуть позже я до него доберусь. Слушай, хоть мне и неприятно это признавать, счастливчик знает этот район лучше всех. Воспользуйся его помощью, пока он еще жив. Как только у меня дойдут до него руки, я его прикончу. Так, пистолет. Револьвер. Дробовик. Ракетомет, гранаты. Штурмовая винтовка. Пистолет, ракета. Все, да? Вы достойны только самого лучшего. Это сюда. Охота за чуваками. Это сюда, окей. Давайте, короче, охоту продолжим с вами в следующей серии. А скорее всего завтра. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, друзья, и до новых встреч. Пока.